17-й годовщине Конституции Казахстана сегодня в Алматы провели научно-практическую конференцию. В ней участвовали академики, ведущие ученые и представители Народной демократической партии «Нур Отан». Началось все с обсуждения небывалого триумфа казахстанских атлетов на Олимпиаде в Лондоне. На 30-х летних играх 7 раз звучал гимн нашей страны. И теперь, как отметил президент Нурсултан Назарбаев, госсимволы Казахстана в тренде. В преддверии 17-й годовщины принятия основного закона республики в Национальной академии наук подчеркнули важность повышения значимости Конституции в сознании казахстанского общества. В своих докладах спикеры акцентировали внимание на правовых гарантиях, которые обеспечивают нам основной документ. Академик Султан Сартаев признался, что постоянно перечитывает Конституцию с карандашом в руках и не перестает открывать для себя важные правовые тезисы. Именно Конституция, по мнению ученого, обеспечила республике стабильное развитие. Основной закон государства является гарантом мира и согласия в многонациональном Казахстане. Стабильность на политической арене и рост экономики также напрямую зависят от Конституции. Аналогичные конференции пройдут во всех учреждениях образования и на крупных производствах. А 30 августа вся страна отметит 17-летие основного правового документа. Сегодня народ Казахстана уверен, потому что наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, председатель нашей народной партии, Народной демократической партии «Нур Отан», является главным гарантом наших прав и обязательств, а также наших всесовершенствий, которые указаны в нашей Конституции. Каждый год день утверждения Конституции всенародным референдумом – это большой праздник страны.